Представляем вашему вниманию коляску-люльку Инглезина София на шасси Эргобайк, предназначенную для малышей от рождения до 6-8 месяцев, в зависимости от веса и времени года. Большой капюшон и просторная люлька, корзина для покупок и сумка для мамы, стильный дизайн и весьма комфортное шасси. Инглезина София понравится и новорожденному ребенку, и его родителям. Перед вами модель Инглезина София, цвет Амарена, модель 2016 года. Обратите внимание, коляски других годов выпуска и других цветов могут отличаться функционально или комплектацией. Люлька с высокими бортиками предназначена для детей от рождения. В этом возрасте ребенку очень важно лежать на твердой, ровной поверхности для правильного развития спины. Наша люлька имеет жесткий каркас. Она достаточно широкая, 35 см, и длинная, 74 см. Большой капюшон защищает малыша от ультрафиолетового излучения и непогоды. Легко регулируется при нажатии на боковые кнопки. Вот таким образом. Капюшон оснащен козырьком и удобной ручкой для переноса. Ручка центрирована, то есть центр тяжести остается на месте. Заднюю часть капюшона можно отстегнуть. Получим летний вариант с москитной сеткой и тентом от солнца. Накидка на люльку защищает малыша от ветра и непогоды. Верхнюю часть накидки можно поднять и прикрепить к капюшону при помощи кнопок для максимальной защиты. Вот таким образом. Если накидка не используется, ее можно убрать. Внутренняя обивка люльки с матрасиком 100% полиэстер. Ее можно снять и постирать при температуре 30 градусов. Обратите внимание, люлька оборудована подголовником. Его можно поднять при помощи фиксатора в изножии люльки. Вот таким образом. Чтобы снять люльку с шасси, воспользуйтесь фиксатором, спрятанным под обивкой. Вот таким образом. Большие надувные колеса обеспечивают отличную проходимость. Диаметр колес 30 см. В комплекте насос для подкачки. Мягкая амортизация поглощает неровности дороги. Колеса легко снять. Для этого воспользуйтесь металлическим фиксатором. Внизу мы видим вместительную металлическую корзину для покупок. Сумка для мамы. Удобная функциональная вещь. Она уже входит в комплект. Сумку можно нести на плече или повесить на раму коляски при помощи специальных держателей. Снаружи мы видим кармашек на магните. Внутри сумки имеется пеленальный матрасик. И множество отделений для разных мелочей. Удобно, когда все необходимое под рукой. Ручка коляски с мягкой нескользящей накладкой из материала, имитирующего кожу, регулируется под рост родителя при помощи боковых кнопок. Вот таким образом. Ножной тормоз блокирует сразу оба задних колеса. Опустили вниз, поставили на тормоз. Вверх сняли с тормоза. Рама Эргобайк достаточно узкая, всего 57 см. С ней прогулки по узким улочкам не составят труда. Раму легко сложить. Для этого ослабьте фиксатор слева, потяните фиксатор на себя и толкните ручку вперед. Рама компактна в сложенном виде. Для большей компактности рекомендуем вам снять колеса. Чтобы разложить раму, просто потяните ручку на себя до щелчка. Готово! В комплект Инглезина София входит шасси Эргобайк, люлька с капюшоном, накидкой и матрасиком, сумка для мамы, дождевик, москитная сетка, насос для подкачки и инструкция. Уточняйте комплектацию вашей коляски при покупке.